Это печати. Это единственное изображение из того забытого мира. Последние находки позволяют археологам найти связи между городом в пустыне и другими цивилизациями того времени. Для того, чтобы поднять историю людей, письменность которых не сохранилась или ее не было, это можно делать только по памятникам искусства. И в частности, по печати. Когда я вижу вот такую вот печать, сделанную из фаянса, это типичная печать, которую находят археологи в долине Инда, когда копают харапские памятники. The same. Один к одному. Значит, это мне уже показывает, что были культурные связи между этим народом и тем народом. Когда я в другой могиле аристократа мы нашли вот эту печать. Это типичная сирийская печать. Крылатая богиня, которая сидит на пантере. Ну, где Сирия и где мы с вами сидим? Все-таки это два разных конца.